Заслуженному деятелю Республики Казахстан, писателю, драматургу, акыну-импровизатору, известному манащи Баенгали Алимжанову исполнилось 70 лет. В преддверии юбилея в Кокшетау прошел литературный вечер «Шексіз ғалам» мен сенің бір бөлшегің. На мероприятии собрались много студентов, каждый хорошо знаком с творчеством поэта. Аруақты жерді ардақтап, қоймаған қазақ жаманат. Байырғы атау байлығын, атадан қалған аманат. Өлкені кешкен өзендер, өсірген елдің өркенін. Атамыз атын дәл ойып, қалдырған сөздің өркемін. Өзеннің жайып қанатын, жер бетін шарлап кезейін. Өзіме қызық көрінген, өзенді жырлап берейін. Баенгали Алимжанов – один из авторов, известный своими многими лирическими произведениями и около 50 философскими стихотворениями. Мы знакомы со многими произведениями, пьесами Баенгали Алимжанова. К примеру, комедии «Кужанасыр» и «Кайран Кемпер Шалдар Ай». Кроме того, он один из авторов, который написал сценарический вариант поэмы Макжана Жумабаева «Батыр Баян». Баенгали Алимжанов учился в средней школе имени Абая в городе Степняке. Затем, окончив Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, начал свою первую трудовую деятельность научным сотрудником музея Сабита Муканова. Творческий путь начался в 2001 году. Баенгали Алимжанов – талантливый сын казахского народа. Я считаю, что он гордость народа казахской общественности. Баенгали проделал большую работу в искусстве, литературе и других сферах. Рассказать про него не так просто. Чтобы узнать о нем, нужен исследователь. Он очень креативная личность. Перу Баенгали Алимжанова принадлежат сценические произведения. Во всех его пьесах заложена социальная сущность, острая мысль. Он автор около 20 пьес многих небольших сценических произведений. В Казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Кусаинова комедия Баенгали Алимжанова «Кодалык» прошла с аншлагом и получила восторженные отзывы зрителей. Драматургия этого человека – отдельный мир. В Казахском музыкально-драматическом театре имени Шахмета Кусаинова поставлены многие драматургические произведения Баенгали Алимжанова. Например, комедии «Кудалык», «Отыз тілден шыққан сөздер» когда-то были хорошо приняты публикой. Зрители до сих пор говорят о них. Они в числе спектаклей, по которым зритель скучает. Баенгали Алимжанов – автор более 40 книг, десятков коллективных сборников и собраний сочинений в 16 томах. Кайырбек Тулгенов, Лаура Даулетбек, Журсын Умарзахар, Дакль Габылов, Кокше Ақпарат.